Приветствую вас на канале Tarangel Planet. И у нас расклад сегодня называется он «Способности». Пока я рассказываю вам, о чем же будет этот расклад, не забудьте поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик. Расклад на способности. Будем смотреть, какой есть дар, как можно его развивать, для чего он дан, с каким вызовом придется столкнуться, если надо будет этим вам воспользоваться, развиваться или использовать этот дар, потому что будут обязательно уроки, экзамены. Что мне поможет преодолеть этот вызов? Что в перспективе принесет мне использование моего дара? Смотрим. Какой дар? О чем говорят? Ну, пока дар труда, дар силы. Силы большой, мощности большой, терпение, дар дружбы тоже есть, но все-таки на метлу пересели. Все-таки есть ведьминские задатки, да, еще и рядом с кошками. Неосознанно знать, неосознанно ведать. Если вам оторвали крылья, то вы пересели на метлу. Умеете считывать, наблюдать, доверять интуиции. И иногда даже видеть каких-то сущностей. Дар этот есть. Что еще есть? Есть дар добиваться. Общаться с мужчинами. Ставить свои законы. Но везде идет тяжелая ноша. Силы, терпение, пробивная способность. С дружбой ли? Женскими ли законами? Все это касается вот этого дара. Ноша тяжелая, она есть сама по себе. Есть основы ведовства, назовем это так. Как можно развивать этот дар? Надо оморочку снимать, негатив надо снимать. Тогда дар откроется. Дар развивать, над мозгом своим осознанно работать, чтобы не заморачиваться, не зацикливаться на какой-либо мысли, на какой-либо цели, тем более на обиде, на злости. Этот вот морок, это называется, что мы адекватно не видим вообще этот мир. Так, приходится от вещей отказываться. От вещизма отказываться и от материализма, чтобы развивать этот дар. Через уважение. Уважение к старым людям, развитие, да, через уважение тем, кто старше. И через помощь, это благотворительностью заниматься надо. Тогда дар будет развиваться в большей степени, в большей мере. Мужчина ли вы, женщина, неважно. Основа ведовства есть. У всех расклад не только для женщин, для мужчин. Для чего дар дан? Для родовой отработки, чтобы дар порода, чтобы отработать агрессию, нападки. Даже тот негатив, который идет через заморочку, пришел через агрессию, через нападку. Чтобы отработать обиду. Учиться не обижаться просто никогда. Учиться агрессию поглощать, свою не проявлять. С каким вызовом придется столкнуться? За вами будут наблюдать. Не всем нравится то, чем вы будете заниматься. Надо будет делать защиту. Вызов, ссор. Будут экзамены на ссоры. Будут экзамены на рассорки. На подставы. Будут экзамены на агрессию. Ну вот она, обида. До нападка, до атака. Экзамены на атаки будут. Так, ну что, что тогда поможет преодолеть, да, этот вызов? Мирное сосуществование, абсолютное принятие. Вот весь мир наш, это вся земля наша, матушка, она наша мать, она нам дает крепость, силу, мы крепко на ногах стоим и заземляемся, и деньги нам даются благодаря этому. И она нам дает внутренний свет, вот тут она светится. Для женщин женскую энергию, для мужчин это даст интуицию. Если мужчина смотрит этот расклад, то мужчина должен подключаться через интуицию, а это значит, что он лучше будет женщин понимать. Вот женщина, она поможет преодолеть.
Эффект плацебо как поможет. Сначала, когда плохо человеку, он сам придумывает, что все хорошо, потом настолько в это начинает верить, что действительно все так и становится. То есть через эффект плацебо можно работать. Что, может быть, это вначале бывает не очень приятно, ну, не очень понятно, не очень верится в это, но когда в это верится, это действительно так и становится, так и реализуется. Что в перспективе принесет использование дара? Любовь принесет. Ну, это очень высокая карта, карта высокой души. Звездная душа, работа с астралом, это принесет понимание многих, сути многих вещей, понимание многих людей, быть звездой, звездной душой. Это высокая проявленность, высокий уровень души. Это принесет, принесет работу с ритуалами. Может быть, даже вместе с кем-то. Но точно не чернухой заниматься ритуалом. И когда будете деньги зарабатывать, может быть, даже и зависть других людей может принести. Вам самим запрещено завидовать осознанно. Как только чувствуете, что начинаете завидовать, есть специальные ключи, которые говорят, нельзя завидовать. Кому-то это принесет развод, потому что со старым мужчиной, возможно, уже все жить нельзя. И надо будет, раз открываются новые дороги, дары эзотерические, то тогда надо будет и мужчину менять, от старого уходить. Если у вас это уже есть, или вы чувствуете, или оно к тому идет, ставьте лайк, в комментариях пишите «принимаю с благодарностью», ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка в шапке канала на WhatsApp.